Александра и Корнея уже можно назвать уникальными людьми. На всемирном танцевальном конкурсе «Джуз Дебу» саратовцы должны были представлять Россию. В нашей стране этот дуэт давно признан лучшим. Но в последний момент выяснилось, лидеры в Париж не поедут. Не попали во Францию, потому что организаторы с российской стороны сказали, что мы вам ничего не оплатим. То есть мы вас кидаем, не платим ничего никому. Отказаться от мечты ребята решили сразу. 80 тысяч рублей для их дуэта – сумма заоблачная. Искать спонсоров времени не было. По правилам, организаторы должны предоставить победителям выезд в Париж на финал конкурса. В странах Европы и в Китае таких проблем не возникло. Однако российское представительство поступило иначе. Как они это прокомментируют? Все участники, которые заняли первые места, полетели на самолете за свой счет. Они просто тупанули и все, и не поехали никуда. Тупить наши больше не собираются. И надеяться на обещания российских организаторов тоже. Уже сейчас ребята начали готовиться к следующему конкурсу. В способностях, силах и средствах будут рассчитывать только на себя. Если мы в следующем году выиграем, то мы уже 100% туда поедем. Вот. Даже если мы будем знать, что они нам не оплатят поездку, то мы где-нибудь найдем деньги, мы по-любому поедем туда. Потому что это самый крутой в мире фестиваль. Танцоры уверены, в нашей стране любые достижения – личная заслуга самих рекордсменов. Чиновники замечают лишь громкие победы. Но чтобы громко о себе заявить, нужны большие деньги. Юлия Ульбекова, Александр Кравченко, новости «Телеобъектив».